Всем еще раз доброе утро. Мы рады сообщить, что с 14 по 30 октября в нашей стране проходит республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилье. За безопасность вместе. Вот так вот она называется. И о безопасном поведении в этот осенне-зимний период мы прямо сейчас поговорим с нашей гостьей в студии. Заместителем начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Анастасией Швайбович. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Анастасия, расскажите, ну неужели с приходом холодов действительно увеличивается количество пожаров? Да, действительно, статистика показывает, что в месяце с октября по март наблюдается рост количества пожаров. Такой пик приходится на зимние месяцы, декабрь и январь. Поэтому необходимо всем нам быть достаточно бдительными. Но давайте будем разбираться по порядку, почему происходит этот пик именно сейчас. Безусловно, связано это с переходным периодом, когда начинается отопление, хочется побыстрее согреться. Mm-hmm. Многие люди дополнительно используют электронагревательные приборы, кто-то начинает топить печки, кто живет в частных жилых домах. Поэтому все вместе это приводит к тому, что наблюдается рост количества пожаров. Но не стоит забывать, что основной причиной пожаров с трагическим исходом по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем, в частности при курении. Но когда холодает на улице, многие курильщики с улицы перемещаются в свои домовладения. Поэтому это также становится причиной того, что возникают огненные чрезвычайные ситуации. Анастасия, а есть какая-то статистика, где возгорание происходит чаще, в сельской местности или в городской среде? В жилом фонде, и происходит чаще всего в сельской местности. Но не стоит забывать, что подразделения МЧС нередко выезжают на тушение и ликвидацию пожаров в небольших городах и в областных центрах в том числе. То есть в квартирах тоже огненная чрезвычайная ситуация может происходить. Необходимо быть очень внимательным. Безусловно, по причине печного отопления, навряд ли она там произойдет, потому что в квартирах печки нет. Но нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей, электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, все это также может привести к возникновению пожара и в квартире. Ну и давайте не будем забывать, что городские жители нередко выезжают в деревню к родителям и, не умея обращаться с печкой, начинают ее топить. Поэтому необходимо обратить внимание, что особенно нередко приобретают дачные дома для отдыха. Даже если вы собрались печь протопить один раз, необходимо, чтобы она была исправной. Что это значит? Да. Визуально можно оценить, она не должна иметь трещины, сквозные дыры ни в коем случае. К сожалению, иногда при проведении пожарно-профилактической работы мы и такое наблюдаем. Не забывайте о том, что обязательно должен быть притопочный лист, если вдруг выпадет уголь, чтобы не загорелся ваш пол. Не забываем про правила эксплуатации. Ни в коем случае не используем для розжига, а всегда хочется побыстрее согреть дом, легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. К сожалению, такие случаи фиксируются, и тогда люди попадают в больницу. Топку печи необходимо заканчивать только после полного прогорания углей. Это не менее заканчивать чем... это, когда юшку задвигаем. Да, все правильно вы говорите. Заслонка, в народе ее называют юшка, не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. К сожалению, если вы сделаете это раньше, то можно получить отравление угарным газом. Он не имеет света, не имеет запаха, поэтому, если вдруг вы почувствовали недомогание, головокружение, тошноту, и вы знаете, что вы недавно топили печь, обязательно, срочно, не откладывайте, обращайтесь за медицинской помощью. Анастасия, вы сейчас рассказали такие правила, которые нужно соблюдать для пожарной безопасности в сельской местности, в домах, в которых есть печь. А все-таки давайте вернемся в город. Вот здесь вот какие основные правила? Куда что не включать? Сколько, какой должен быть максимум приборов, которые включены в одну розетку? Я не знаю, как это рассчитывается. Действительно, необходимо иметь хозяйский подход не только в доме, но и в квартире. Самое важное – это не оставляйте включенными электроприборы. Обращаем внимание, что ни в коем случае нельзя оставлять и зарядные устройства, когда нас нет и дома. На ночь. Мы знаем, что, к сожалению, многие люди так делают, ставят на зарядку телефон на ночь, но есть такие случаи, когда оставленные зарядные устройства приводили к возникновению пожара. Сегодня мы все обладатели практически мобильных телефонов, поэтому обратите на это внимание. Если это делаете вы, либо ваши дети, это тоже может привести к пожару. Выключаем электроприборы. Обязательно
устанавливаем у себя в жилой комнате, как в квартире, так и в доме, автономный пожарный извещатель. И таким образом вы снизите риск возникновения чрезвычайной ситуации, а прибор поможет вас предупредить, если вдруг какая-то такая ситуация произойдет. Почему он эффективен? Потому что он может разбудить даже ночью. К сожалению, большинство пожаров с трагическим исходом происходит именно в ночное время, а прибор может разбудить вас, позволить вам выбежать. И известны случаи, когда даже в квартирах соседи слышали сработку автономного пожарного извещателя, вызывали спасателей, и это позволяло сохранить жизнь человека. А что касается пожарного извещателя, где конкретно его лучше установить? Да, вы говорите, сказали, в каждой комнате. Да, в каждой жилой комнате, на потолке, лучше всего в центре это сделать. Вообще есть инструкция к эксплуатации, кстати, которую нужно почитать, как и устанавливая автономный пожарный извещатель, ничего там сложного нету. Но и электроприборов, вот мы с вами говорили, очень важно, если вы используете электронагреватели, читать инструкцию до того, как вы начали эксплуатировать прибор. К сожалению, нередко мы это начинаем делать тогда, когда уже что-то заискрило, где-то загорелось, что делать? Правильно это или нет. Поэтому обязательно при эксплуатации электроприборов читаем инструкцию. И еще тоже важный момент. Каким образом нужно установить пожарный извещатель? То есть я сама могу себе его поставить или нужно привлекать, например, МЧС? Нет, все достаточно просто. Там два самореза, вы можете самостоятельно, да даже женщина, ну и мужчина тоже может это установить. И позаботьтесь обязательно, чтобы у ваших пожилых родителей автономные пожарные извещатели были установлены. Действительно, прибор эффективный, он очень прост в эксплуатации, необходимо только очищать его от пыли. Когда будет садиться батарейка, он будет подавать сигнал. Это говорит о том, что прибор исправен, но необходимо заменить батарейку для того, чтобы он мог эффективно работать. К сожалению, когда мы проводим пожарно-профилактическую работу, нередко видим, что прибор лежит в шкафу, либо где-то на полочке. А там он не работает, да? Либо без батарейки. Естественно, он не сможет вас предупредить на ранней стадии загорания. Поэтому следите за прибором. Вот это достаточно делать просто, и тем самым вы повысите свою защищенность от пожара. Анастасия, на самом деле, допустим, кто-то не услышал наши сегодняшние важные слова о том, что нужно быть внимательными и устанавливать автономный пожарный извещатель. Это правило, которое вроде бы мы слышим с детства, но лишним не будет повторить его снова. Куда звонить, если произошло возгорание? Звонить необходимо по телефону 101 и 112. Очень важно поговорить с детьми. И вот в ходе акции мы будем обращать внимание взрослых, родителей, что детей ни в коем случае нельзя оставлять одних. И важно с ними проговорить, если случился пожар. Если уже ситуация такая сложилась, не прятаться, обязательно выбегать, звать на помощь взрослых. Ну и самим взрослым, конечно же, не теряться, звонить спасателям, называть тот адрес, где произошел пожар. К сожалению, бывают такие случаи, что, допустим, у человека две дачи, он называет адрес не там, где произошло загорание, а перезванивает через некоторое время и говорит, я перепутал. Но это эмоции. Да, действительно. Поэтому в любой такой ситуации важно не паниковать, оценить обстановку, набирать спасателям и называть правильно адрес. Да, ну и, конечно же, самим не стараться потушить пожар, а лучше все-таки обратиться за помощью к спасателям. Анастасия, спасибо вам большое. Но я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Анастасией Швайбович.